Добрый день, дорогие друзья! У меня очень хорошие новости для всех вас. Мы открыли свой собственный сервер в игре Path of Titans. После кропотливой настройки роста для каждого динозавра и балансировка их характеристик, мы наконец-то готовы открыть двери и впустить всех вас. Очень надеюсь, что наша теплая атмосфера понравится вам. И как бы это глупо ни звучало, добро пожаловать на Bublik Survival! Или играть, чё, кого. И просто лежу, слышу крики какие-то. Алекс. Меня убивают, Алекс. Меня убивают. А, это Алек. Алек, добрый вечер. Мальчик мой, золотой, куда ты побежал? Остановитесь, ваша остановочка. Прижитесь к обочине, это милиция. Давай, бей хвостом. Алекс догоняет? Ну, бей. А чё он не бьет хвостом? У тебя нет удара хвостом? Базавры на самом деле сейчас такие слабые, просто вообще бред. А у него нет удара хвостом, что ли? Кого? У Алика. А тут многие затупки убирают его. А ты про какого Алика? Вот которого я сейчас душу, адолт, блять. А тут к тебе второй бежит. Похуй мне вообще. От воды идет второй, адолт. Вообще без меня. Я могу его. Я в дереве застрял, лагает. Подергай его. Хорошо. А я уже слышу на него. Да, он рядом, пиздец. Ну, вот он у меня. От воды играет. Давай, душила. Я бегу. Помогу. А ты что не стримишь, Bublik? Зачем? В смысле, зачем? А ну не надо, ты чё? Я вообще на работе, кстати. Хорош. Ебать, тут третий, по-моему, слышишь? Трое вообще. Трое? Да. Гол. Слышь, что, я вот хотел у тебя спросить, кстати. У тебя ж есть партнерка от Ютуба, или ты не подключал да. ее? Да, есть. А, вот как она там вообще подключается, можешь рассказать? Ой, сейчас потом. Это не сейчас. YouTube надо. Там через студию YouTube надо что-то там делать. Ого, ебать! Выскочил. Там... Добрый вечер! Пошел нахуй! Помочь, помочь, помочь. Да ты маленький, ты там можешь побегать просто их подушить. Их трое, блин. Это, конечно, такое. Здорово, дядя. Как дела у вас вообще, хлопцы, пацаны, как дела? Я тупо в кусте сижу, меня никто не видит. Оп-оп-оп. Чпонь-понь-понь-понь-понь, меня нету. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. А чё, вы все без удара хвостом, что ли, Валеры? А, не, есть. Оба, 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 оба. Бля. Меня сожрали, меня сожрали. Нет, 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 соси. Понимаешь? Я прямо у него... Между ног оказался, он меня там попытался лапами забить. Я не знаю, как он по мне не попал. Я, кстати, Титаны первый раз увидел, Bublik, у тебя на канале, где ты там на метриках смотрел, ну, вообще играл. Да, кстати. Ты первый твой видос. После этого видоса, после твоего видоса я, ну, решил погуглить, что за я сделал один укус. Да, блядь, надо хилиться. Нет, беги. Я иду. Нормально, не надо. Ты чё, алё, блядь, чё, по-мужски давай, пизди их, нахуя сливаться, пизди. Я к тому, что сливаться к тебе, помогать тебе. Ой, тут один за мной, пока я с другим гнался. Ой, один захуярится за мной. Опа! А один за мной. И один идёт на помощь к тому. Ради бога. Я вон там чё-то аккуратно идёт ещё один. Он брыкаться умеет? Фаня брыкаться. Ну как-то. А, может он подпрыгнул. Ой, блин, ну тут бы, конечно, парочку еще. Найс, укус дал. Хорош. Ой, а он меня догоняет. Уходи, а, ты петляй, петляй, петляй. Не-не-не, он не догоняет. Сейчас воды попью. Хочу, чтобы стамина свой в хп регинул быстрее. Дядя, отвали от меня, дай попить, заебал. Пацаны, что вы там лежите, регенитесь? Я что-то, блядь, не понял. Один у меня, если что. Да они там вон втроем, я их вижу. Слышь, что, так а ладики эти, это были рандомные с тобой изначально? Да, ну, типа, мы в Дискорде просто сидели. Понятно.
Так, он на карты встал, как только ляжет, я бегу в него. Чпунь. А он не ляжет, потому что ты к ним побежал. Повел бы на меня их, я бы с кустов на них. Я веду. О, найс. Нет! Он не до конца выбежал, чтобы я нормально его куснул. Ой-ой-ой-ой. Нихуя. Нихуя ты попадаешь. Ого, ого. До свидания. Так, один укус есть. Второй есть. Воу, я его закрутил просто на месте. А у этого хлыста удар есть? Мостом. Бля! Не, надо похилиться. Кручу на месте просто, кручу-верчу. У него есть удар хвостом, ёптить. У одного там есть, у двух. У одного, у темного. Так, сюда же нельзя залезть. Я пересрал, он по мне два раза ими промахнулся. Но я его кусаю, типа. Он на мне, один. Так, давайте посмотреть по кругу вообще. Нет подъемов никаких тут. Блядь, залезет. Так, сюда. Он пытается к вам возвращаться. Пытается. А ко мне тут не залезь, слышь. Но он к своим пытается вернуться. Я к тому, что вот это. Смотри, он жопу пытается. Блин, как-то в Титанах мне поприятнее играть. Дядя, ты чё, блядь, дурак что ли? Что ты делаешь? Твою бабушку. Так, я хп регеню. Они меня вдвоем зажимают. Крутись там, беги, уходи. Ты вообще не лез, ты же маленький вообще. Да ты и что? Ты джулик еще? Маленький, да удаленький. Ну, естественно. Тупо вдвоем. Ёб твою. У меня не трое. У меня их трое. Я понимаю, я да я в дерево встрял, они меня просто не могут. Охи. Киохи, просто! Я давно такой же не испытывал. Да ты чё, латенка это вообще самая охуенная геймплей, которая есть. Это так весело. Убежали, не поймали. Слышь, на этом озере, где мы дрались, а тут, короче, Ламбио и гусь, блядь. Да похуй, у нас три алика нам ещё добили. Да. Но я там одному 6 укусов дал. Пока он пытался меня там захавать. Короче, в чем прикол? Я попадался к ним в ноги буквально мне раза 3. Раза 2 по мне промахнулись хвостом. 2 раза меня не смогли укусить. Я не знаю как, но... Все это я выжил. Хитбоксы здесь какие-то. Мелкий идет, слышишь, аккуратно. Мелкого надо задушить в момент удара хвостом. Ага, вижу его. Да не только мелкий, там еще и обходит. И у черного нет ударов хвостом. Да, 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 пытаюсь, мальчик мой. А я уже фулл почти. Слушай, он меня догоняет? А? Вот вообще в траве не видишь, куда бежишь. Неудобно, чё-то. Так, ну-ка, ладно, я чуть позже к вам вернусь, тут у меня что-то тоже жопа какая-то начинается. Хорошо, окей. Мне бы поесть прям совсем надо. Прям очень надо. У меня, не знаю, 1/5 всего жопа. Хорош! Он своего ебанул когтями. Мелкого. Адолт мелкого уебал когтями. За бледом. Найс! Ой, по мне попали. Прям так сильно попали, должен сказать. А, у мелкого есть удар хвостом. Но он такой слабый, что похуй. Ого. Я солью сейчас, 100%. Уходи. Да куда уходить-то? Некуда. Давай, давай, души он, своего. Блять, он прям своего за мной гоняет. Пиздец. У меня кровотек, у меня и прям за мной бегут.
Я еще и застрял. Душу его. Он на контрол встал, подумал, что у него будет плюс к скорости. Походу. Фух, свалил. За 100 км уже свалил от него. Ты там живешь? Да, да, да. Хорошо. Так, я, пожалуй, лягу. Блин, больно, все, я чуть-чуть надо пригиниться. Буду бить только, когда он ляжет, он лег. Так, я смотаюсь как тех в воде, окей, мне попить надо. Потому что хорош, кусай его. Не будет. Ебать, он душит, он со своего пиздит. К тебе идет. К тебе еще один идет, мелкий, который. Нихуя, он догоняет? Да, я и говорю. Ну ты все, я так понимаю, да? Не-не. Давай на меня, на меня, на меня. А не-не, нормально. Нормально? Надо мелкого душить, у него блиц и вообще ему хуёво. Мелкий? Я бы не сказал. В смысле? По нему три раза попало его. А, снимать. Ну тогда да. Там он вообще пиздец хуёво. Ну я вот иду это делать. А, нет. Он прям под своего прячется. Он пытался меня догнать, вау. Ну я очень калёный. Я бы пригенился, конечно. О, он отошел от большого. Да я сам отошел, я отбежал. Так, ну, я бы мог его покошмарить тоже. Ой, мать, тяжело. Так, сориентироваться бы, кто где. Ага, вижу. Мелкий блиц скинул, походу. Твою ж, я ж тебя испугался. Да, мелкий блиц скинул. Но он калёный очень, красный пиздец. Да. Надо его в бой все время вкидывать. Он лёг, там он лёг. Это... Еби его разочек. Окей. Если большой, конечно, даст. Нет, не даст. Уходи, уходи. Твою ж! Да! Ты это видел? Да. Там тот, что темный с белой полоской, у него он в скорость, походу. Да, 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 там вот он скоростной, пиздец, он догонял меня и... Вот я тоже. Хотя черный тоже догонял, по-моему. Не-не-не, черный балансированный. По внешке видно. Бля, пожрать бы, конечно, где мы тут вообще? Да, вот я тоже. Я знаю, где тут тушка. Они на меня идут, прям на меня. Прям на тебя идут, да. Как думаешь, заметят? Если ты в кусту, но я тебя вижу идеально, у тебя нет куста, я отсюда. У тебя дальность прорисовки поменял. Да, меня на видит. Сейчас я мелкому в жопу влечу. Блин, пройди взад. Хорошо. Ну тогда на плюс-минус большого. Я хилюсь до фула и пойду душить. Я большому дал по жопе последний раз напоследок и все. Мне бы попить, пойду к воде. Попей, поешь, да. Ну, типа, а есть-то нечего. Сейчас малого задушим будет есть. Просто у меня там прям вообще мало еды. Иди пожри тогда, я пошел свидетель. Так а чё есть, где есть? Нигде а, есть. Вот маленькие озерца, видишь, снизу нас, на карте, снизу, два маленьких. Одно снизу, такое... Вижу. Вот, возле вот этого левого угловатого какого-то странного, странной формы. Ага. Типа гири. Такой, понял. Вот, и там соль. Соль? Да, там соль. Соль, типа, можно поесть, она восстановит ХП, да. Кул? Ну, у тебя будет вода падать. Ну, типа, хуя, тут воды, тут хуя. Да, окей. Я просто не пробовал специально соль, я не знал. Ты там аккуратнее тогда. А, нет, подожди, слушай, а куда они съебали? Тут один только. Мне тут этот, блядь, недотрайк. Ёбана. Он не адолт, он жувик. Хочешь ко мне?
Не, я ищу малого. Ну ладно, я попробую его разобрать. Давай. Мы друг по дружке не попали. Но это было опасно. Слушай, а у этого, как он нам, Альберто Сератопс, да, я так понимаю, это он. У него там есть удар хвостом ведь? Не помнишь? Не знаю. То он прям иногда жопу подставляет прям. Ну, либо просто играть не умеет. Либо на телефоне. Ауч! А, ну это не больно было вообще прям. Блять, один скорость, конечно, пиздец душит. Ха-ха, я его прям разношу. Ну, не прям разношу, но он носиться начал, у него кровотек. Они все на скорость, слышишь? Разве? Ну, двое точно. Мелкий, походу, нет. Но двое адолтов, да. Один скорость и второй тоже скорость, шипастый, черный. Он там орешки собирает. Оп, наебал. Ну, я Цератопса жру пока что. Ауч, он по мне попал. И прям сильно. Но его тоже хорошо так записал. Блин, был бы я побольше. Стали такие позиции. Чисто охранники. Принеси мясо кусочек или соли. Лучше. Да я тут бодаюсь с Цератопсом. У меня самого сейчас голод. Там еще есть кусок соли. Если от этого места, от твоего соли, то вправо вверх. Там такие типа между скал будет соль. Я Цератопса сейчас загрызу, окей. Он прям конкретно крутиться не умеет. Хотя тоже не лучше. Ой. Я уже сбился со счета, сколько раз я его кусаю. Ауч! По хвосту упал. Воу-воу-воу-воу! Чуть не слился. Он прям в крови, но и я тоже. По мне буквально один хорошенький ударчик. Ай, все, блин, хорошо он меня задел. Но он прям почти сдох. По нему буквально два удара твоих нормальных и все. Эх, блин, жалко. Ладно, я пойду, наверное. Давай.
Клево поиграли. Блин, так обидно. Минуты три над ним крутился. Ой, даже больше. Не, типа я могу посидеть пообщаться тупо. Бля, мне бы тут еды, конечно, еще. Ну, если ты видел, где я был последний раз, то иди там. Сейчас лежит, хилится Цератопс. Спокойно съешь его. Не могу оставить Аликов. Упля! Блин, че там? Там леда долго. Блин, наверное, пойду спать, потому что завтра в колледж все-таки. Давай. Ладно. Пока. Пока. Мясо поиграли. Хорош, хорош.